Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить ваше новое изделие Гроя. В комплект входят следующие компоненты. Для сборки вам потребуются следующие инструменты и принадлежности. Перед демонтажом старого смесителя убедитесь, что горячая вода подается слева, а холодная справа. Если это не так, обратитесь к специалисту. Перекройте подачу воды перед демонтажом старого смесителя. Подготовьте детали и инструмент, расположив их вблизи соединений. Возьмите инструкции по установке и обязательно сохраните их после установки. Привинтите их центрики к трубам в стене, чтобы они выступали приблизительно на 42 мм. Привинтите декоративные розетки до касания со стеной. Отрегулируйте зазор, чтобы расстояние между центрами декоративных элементов составляло 150 мм, а затем проверьте уровень их расположения, при необходимости отрегулируйте. Установите смеситель и прочно затяните, гайки не должны касаться декоративных элементов. При необходимости отрегулируйте и проверьте горизонтальность. Снимите узел. Отметьте глубину между S-образными муфтами и стеной. Обеспечьте уплотнение резьбы эксцентрика с помощью ленты FUM, наматываемой в направлении затягивания. Затяните эксцентрики с помощью 22-мм гаечного ключа с открытым зевом. Отрегулируйте их таким образом, чтобы расстояние между центрами составляло 150 мм, а глубина была такой же, как это было определено в ходе предыдущих измерений. Затем проверьте горизонтальность их взаимного положения с помощью спиртового уровня. Нанесите силиконовое уплотнение между стеной и эксцентриковыми соединителями. Привинтите розетки к эксцентрикам, затем снимите красные и синие колпачки со смесителя. Убедитесь в правильности расположения фильтров, при этом закругленная сторона должна быть обращена внутрь. Установите смеситель на эксцентрики, не устанавливая дополнительных уплотнений. Затем затяните гайки с помощью 32-мм гаечного ключа с открытым зевом. С помощью спиртового уровня убедитесь в горизонтальности смесителя. При необходимости отрегулируйте его. Проверьте герметичность, включив подачу воды на смеситель. Проверьте правильность положения уплотнения в шланге, а затем вкрутите конец в смеситель. Потяните ручку дивертора, ванны или душа, чтобы использовать ручной душ. Теперь убедитесь, что термостатический смеситель работает нормально. С использованием термометра. Проверьте температуру воды. Если она равна 38 градусам Цельсия, когда направляющая ручки совмещается с отметкой 38 C на корпусе душа, регулировка не требуется. Если необходима регулировка, закройте отверстие под пробку, снимите крышку ручки смесителя с помощью небольшой плоской отвертки, снимите винт, затем снимите ручку, пустите воду, отрегулируйте термоэлемент, поворачивая черный элемент с насечкой, пока температура не достигнет 38 градусов Цельсия. Установите ручку обратно, так, чтобы направляющая на ручке была направлена на 38 градусов Цельсия. Привинтите ручку и снова установите крышку. Поздравляем, вы закончили установку вашего нового изделия Гроя. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groya.com/ru.